прошлом году масштабные работы завершились в Звенигороде к 870-летнему юбилею. Думаю, никто не будет спорить, что город преобразился, особенно его центр. Был благоустроен также и сквер в Кубинке, у мемориала «Павшим за Родину», сквер у музея Александра Сергеевича Пушкина в Больших Вязёмах. В округе идет обширная работа по благоустройству не только знаковых объектов, но и жилых кварталов. В 2023 году в программу попал микрорайон Супонева в Звенигороде, улица Интернациональная в Одинцове, сквер возле памятника воинам-землякам в деревне Жуковка. Кроме того, продолжатся работы в Звенигороде на набережной Москвы-реки. В этом году мы планируем заключить контракт на проектирование набережной, которая соединит стадион «Спартак» с Савино-Стражевским монастырем по маршруту, который будет проходить по берегу Москва-реки. Также планируется выполнить работы по установке стелы «Населенный пункт воинской доблести» в Кубинке, отремонтировать и благоустроить памятник в деревне Акулово. Все объекты оснастят электроосвещением, лавочками, урнами, обустроят клумбы с цветами, пешеходные и велосипедные дорожки. На сегодняшний день ведется проектирование и впоследствии будем отыгрывать строительно-монтажные работы. И в этом году, к августу месяцу, планируем установить новую стелу. В течение года в округе продолжат модернизировать детские игровые площадки. 37 комплексов обновят и усовершенствуют. Еще 9 появятся по программе губернатора. При этом все работы по благоустройству территорий осуществляются с непосредственным участием жителей. Мы обязательно сначала встречаемся с людьми, проговариваем все возможные детали и только потом приступаем уже к нашей работе с учетом всех пожеланий и рекомендаций жителей. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».